В результате столкновений двух большегрузов погиб дальнобойщик. Авария случилась 9 сентября на трассе М7 в Ковровском районе. Как сообщают в ГИБДД, у 62-летнего водителя фуры марки «Мерседес» случилась поломка. Он включил аварийные огни и установил соответствующие знаки. Сам дальнобойщик полез под автомобиль, чтобы самостоятельно его отремонтировать. В этот момент, не заметив знаков, в стоящий «Мерседес» врезался 57-летний водитель другой машины с полуприцепа. Водитель грузового автомобиля «Мерседес», который являлся на тот момент пешеходом, с множественными переломами был доставлен в центральную районную больницу города Коврова, где впоследствии скончался. Водитель автомашины «Скания» телесных повреждений не получил. В настоящее время по данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.